«Эй, подруга, я так рада за твою поездку в Париж. Ты никогда ничего не делаешь для себя. Напиши, как доберешься до аэропорта. Так ты летишь позже? Куда направляешься?» «В Париж. Хочу воплотить фантазию из любимого фильма. Мой любимый фильм «Перед рассветом». Знаешь что? Извини, можно я? Мне нужно быстро в дамскую комнату». «Я не так много пью. Ты в порядке? Ты казалась растерянной, когда мы помогали с чемоданом. Вы мне помогали?» «Да, ты просила помочь, помнишь?» «Вот почему тебе нужен этот отпуск. Прочти эту записку. Я должен сказать, найди источник. Ничего не подозревающий. Один пассажир не выпускается. Отвлекает внимание. Я с ума схожу? Что-то здесь не так. На помощь! Ты как, нормально? Попала ты в переделку? Понятия не имею.